Транспортная ситуация на юге Московского района в ближайшие пару лет должна значительно улучшиться. В первую очередь облегчится участь автолюбителей, двигающихся по Пулковскому шоссе и Дунайскому проспекту. На пересечении этих двух улиц идет строительство путепровода. Сооружение этой транспортной развязки обеспечит движение автомобилей без лишних остановок на светофорах, что снизит количество пробок и заторов в этой части Московского района. Возводится это сооружение в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, и примерно половину расходов на его строительство взял на себя федеральный бюджет. Общая стоимость строительства оценивается в более чем 11,5 миллиардов рублей. Однако не только грядущий мундиаль диктует необходимость в строительстве этой развязки. Уже сейчас перекресток Пулковского и Дунайского – один из самых загруженных в Петербурге. В пиковое время по нему проезжает порядка 8,5 тысяч автомобилей в час. Путепровод, который поднимет Дунайский проспект над Пулковским шоссе, позволит пересекать этот перекресток без остановок, как по Дунайскому, так и по Пулковке. Кроме того, предусмотрено порядка 20 съездов с развязки, а для пешеходов предусмотрено 5 подземных переходов. Еще одна транспортная развязка может появиться в створе улиц Димитрова и Орджоникидзе. Новый путепровод свяжет два района – Московский и Фрунзенский. Он пройдет над веткой Октябрьской железной дороги. Но самое главное – он разгрузит транспортные потоки проспекта Славы и улицы Типанова. Я бы не сказал, что это самая проблемная часть в Санкт-Петербурге. Но с учетом ближайших изменений, в том числе с учетом бурного строительства, которое находится и в Московском районе, логично предположить, что и проспект Славы, и Дунайский проспект скоро встанут совсем. Ну, допускать этого не хочется, а у людей, которые купили квартиры в новых домах, запросы наверняка большие. Сейчас ведется проектирование нового путепровода. Как подчеркивают в КРТИ, проектирование данного объекта началось в связи с многочисленными обращениями жителей двух районов. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, разработаны планировочные и конструктивные решения. Идет получение технических условий сетевых организаций. Завершить проектирование планируется в декабре этого года. Развязка, помимо основного моста, будет включать съезд с Димитрова на Витебский проспект в сторону центра. Буквально на прошлой неделе Комитет по развитию транспортной инфраструктуры наконец определился с тем, как в ближайшее время будут добираться до аэропорта пассажиры общественного транспорта. Уже в этом году планируется организовать выделенную полосу для наземного городского пассажирского транспорта на Пулковском шоссе от площади Победы до аэропорта Пулково. Конечно, любая выделенная полоса усложняет жизнь другим автолюбителям, но если мы говорим о дороге в аэропорт, то должен существовать хотя бы один способ, гарантированно позволяющий человеку добраться туда в нужное время. Выделенная полоса, ну, в той или иной степени вероятность этого увеличивает, потому что сейчас ты никак, никаким способом до аэропорта четко добраться в определенное время не можешь. Уже в третьем квартале текущего года планируется нанести соответствующую разметку на всем протяжении Пулковского шоссе. Правда, организация выделенной полосы все же имеет некоторые трудности. Практически на всем своем протяжении Пулковское шоссе имеет по 4 полосы для движения в каждую сторону, кроме вот этого места. И здесь экспрессом, которые будут перевозить пассажиров от Пулково до метро, придется ехать в общем потоке транспорта. Дело в том, что сужение происходит из-за опор железнодорожного моста. Таким образом, для того, чтобы организовать полноценную выделенку, необходимо реконструировать этот путепровод. КРТ уже направили соответствующий запрос в Министерство транспорта. Кстати, после ввода в эксплуатацию путепровода на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта планируется организовать дополнительную выделенную полосу, которая свяжет аэропорт с метро «Звездная». Правда, если случится ДТП, может остановиться движение и на выделенной полосе. Практически во все крупнейшие аэропорты мира приходит не только общественный и не только обычный легковой транспорт. Приходит или метро, или железная дорога, ну, как правило, рельсовые какие-то транспортные средства. Я думаю, что Пулково окончательно спасет только прибытие какого-то рельсового транспорта. И пока не очевидно, будут ли построены линии легкорельсового трамвая или аэроэкспресса в сторону Пулково. Во всяком случае, власти признали, что возвести их до чемпионата мира по футболу 2018 года успеть не удастся. Екатерина Семченко, Андрей Любик и Дмитрий Маклаков. БНТВ.